Фатал. Ты ведь еще не знаешь, кто ты, что ты, почему ты. Каковы твои первые воспоминания? Как тебя зовут? Отстань от меня. Мы чё, братья? Твою мать. Козёл, на. Ты должен это чувствовать. Она не может заглянуть в твой разум, но ты в её можешь. Её жизнь через сменяющая друг друга. Я освобожу её. Ебо. На. Ребятки, мы продолжаем проходить эфир, как выше дел. Минус один, пошел. Где ты? Где ты? Ку-ку. Нужно почаще сохраняться. Да. А то иначе нам будет очень плохо. Ком. Сломал. О, аптека. Козёл. Вот вы видели этого засранца, а? Так, скелетики. Взял неожиданно, напал, аптеку просрал. О, аптека. Патлоны. Вниз? Был человечек, нет человечка. Да, вот так вот. Нужна помощь! Окей. Так. Пока, чувачок. Так, тут, как я понял, не пройти. Будьте начеку. Граната! Интересно, они выжили? Мужики. Кто-то выжил. Кто-то. А кто-то там. Здесь не пройти, однако. Скотина. Тяк-тяк-тяк. Спускаемся! Ну и бежишь ты. Воу! Хорошо, однако, тебе. Ни хрена себе! А я не заметил! Ай, вы это видели вообще? Как я лоханулся? Сюрприз! Был чувачок, ага. Бабах. Отлично. Ай. Пока, чувачок. Ты как? Хорошо. На. Аптека.
Ну, тратим аптеку, получаем аптеку, тратим аптеку, получаем аптеку. Ну, вот это оно так и есть. Так. Фор. А тут что-нибудь есть? Ладно, тут ничего нету, ребята. Опля. Бабочки. Упс. Это не я. Это все сета. Ля-ля. Он здесь. Ой, это кто-то себя сам подорвал, что ли? Да, нехорошо вам, парни. Явно нехорошо. Давайте поднимемся наверх. Да, или там надо было что-то покрутить, может, вентиль, не знаю. Все-таки надо было. Отлично. Поднимаемся наверх. О, тут может что-то есть. О. Не, засунь свой МП-5 себе в жопу. Что у нас тут? Никого. Ладно. Ладно, сюда, так сюда. Интересно, кто-то в вентиляции сидит. Давайте будем говорить тихо, чтобы они нас не услышали. Так. Вау. Оп. Оп. Так, это мне... Неловкое чувство приводит, давайте мы... А, все. Вау, круто. Эпизод 9 до сих пор. Нижние ярусы. Хронарх. Так. Так, вот мы внизу. Да, вот мы внизу. Еще ниже. Уи. Я просто делаю свое дело. О, жирдос. Кла! Вот спасибо, мужик. Вот спасибо. Он мне и так этот жердос хотел убить. Ну что, жердос, поплатился ты за свои грехи, что меня хотел убить. Я до тебя доберусь. Я до тебя доберусь, сволочь. Я скорую тебя вызову. Хотя, может, вызову. Кто это у нас там? Кто это у нас там? Кто это у нас тут, а? Придурок. Что? Хочешь, убью? Заперт. Чтобы открыть дверь, подай на нее питание. Ситуация. Харлан Вейт вошел в саркофаг и отключил питание дверей. Нортон Эмпс тяжело ранен Харлан. Угу. Восстановить питание. Окей. Хе-хе-хе. Ладно, жердос. Ты мне не нравишься все равно. Ты мне, блять, не нравишься. Извините за мат, но... Он сюка. Он сюка. Так, туда пока не залезть, как я понял, да? Ну, что ж, пошлите. Вот иду я, иду. Ничего не происходит. Вот, вниз спустились. О, тут куда-то идет. Попробуй. Подумаю, куда тут идти, за что? А вот 9 аптек, отлично. Сохранимся. Окей. А где врубить питание? Вопрос.
Может, там что-то пропустил? Или может как-то наверх надо подняться? Но как? Но комплекс ничего так. Да, тут никак. Не робит. Не робит. Как наверх подняться? Объясните мне. Никак. Тут никак, как я понял, да? Нужно что-то искать, что мне помогло бы. Так, тут пока ничего не... Так, давайте мы... Ладно, спустимся, пока будем смотреть. Тут ничего не сделаешь. Глянем тут. Куда пойти? О, тут что-то есть. Че, мужики, отлично, да? Охренеть. Что это было? Один попался. Эй, ты! Ай, промахнулся. Так, вот. Супер пушка, говоришь, да? О, он еще руками шевелит, смотрите. Что ты делаешь? Глядьте на него. Он гладит свой животик. О, да, я еще хочу поесть, да. Шо с ним? Все, он перестал. Так. Если правильно пошел. О! Здесь я все верно сделал. Стоп, мы отсюда пришли. Пошли туда, значит нам сюда. Все, пошлите. Сохранение контрольной точки. Отлично. Просто замечательно. Просто замечательно. О, мы уже поверху идем. Круто. Ну что, ребятки, понравилось вам со мной поиграть? О! Кто это у нас там? Был досплыл. Так. Броня! Отлично. Отправьте мне броню по почте. Ком. О, отлично. Так, еще кое-что по источнику. При создании прототипов использовался некий исходный материал. Судя по всему, речь идет о чьей ДТНК. Кто именно?
донором не указано, но я думаю, что это Харлан Уэйн. Все-таки автор проекта. Может, на ящик и запрыгнуть наверх? Ага. Черт. Хотя что буду загружаться каждый раз? Просто прыгать. Свали. Выбросили, отлично. Да. Да. Да что это такое? Да что такое? Да что за? Не там сохранился. Ах, я козел. Во. Тридцать 32 хп, отлично. Спускаемся. Тю-тю-тю. Что там интересного, потом узнаем. Подождите, а куда вентиляция ведет? Вопрос. Как ты думаешь? Или думала? Ду, ой, тьфу, как вы думаете вообще? Куда это ведет? Как вы думаете? Как ты думаешь, кто смотрит это видео? Куда это вентиляция повела? Честно, этот звук мне не нравится. Этот звук такой ходьбы. Санёк пришёл к вам. Сволочь! Тупо сволочь. Хотел меня убить. Представьте себе, он хотел меня убить. О! Ага. То есть не все активировано. Что-то еще надо, да? Что? Во, куда-то спуск идет. Куда-то спуск идет. О! Так. Так. Именно потому, что он это знал и мог рассказать другим. Сдается мне, тут не просто сомнительный эксперимент. Тут что-то гораздо более грязное. Возможно. Надо сходить еще. Там еще другой путь был. Надо туда сходить. Что там, что это делает? Wow.
Что-то, наверное, не активировалось. Понял, да? Есть! Еще красное осталось, и все. И все, ребят. И все, и саркофаг мы... Ну, возможно, или в этой серии, или в следующей. Я вам не скажу. Точно вам не скажу. Но мы идем хорошо. Что это все? Опа. Подождите, куда это все? Подождите, подождите. Это все. Ведет. Ага, вверх я туда. А может открылся саркофаг? Еще узнаем. Если что, будем искать входы всякие. Стрёмненький такой музончик, да? Не правда ли? О, дверь открылась. Отлично! Зачем я сохранился, если контрольная точка? О, чёрт! Ну, ждем их, чтобы они к нам прилетели, а не мы к ним будем идти. Эй, терминаторы! Есть. Эй, терминатор, не хочешь пострелять? Отлично. Думал, это какое-то оружие. А это оказалось... Просто какая-то деталька отлетела. Все будет не так легко, как я думаю. Да, может, невидимки сраные появятся. Эй, невидимочки, хотите, я вам расскажу историю? О, историю о том, как я вас убью. Заперто, сволочь. О. Мне пособаны надо. Хотя раз так мало тут патронов, возьму. Может, робот какой-то появится, придется его устранить. А мы роботов ненавидим. Не, ну я, конечно, люблю роботов, но в этой игре, когда они на меня нападают, извините, я заговорился, я их ненавижу, просто ненавижу. Ток. Вот этот звук мне не нравится. Так, идите сюда. То есть дальше никуда. Угу. То есть сюда не пройти, да? Там тоже было бы никак не пройти, да? Да. Ну, валим отсюда. Куда вопрос идти? Непонятно. Как тут попасть? Может, через стекло? Дурак, не попробовал, а?
А может что-то надо было остановить? Хотя вряд ли, кажется. Не, стекло бронированное. Не. А тут ничего не надо остановить вообще. Может это механизм надо остановить? Точно, может это? Не кажется ли это вход? Честно, ребят. Уи, давай. Да, это вход. Отлично. Хорошо. Бочки, блин. Эй, люди, вы где? Что за звуки? Ох, ни хрена ж себе. Проникнуть в саркофаг. Так, что там? Не, сюда не хочу. Пойду той дорогой. Контрольная точка. Я тут. Слышь, мужик, тебе хорошо? Ну сиди там дальше. Упс. Фэтал. Иди сюда. Опять он пропал. Твою мать. Есть. Ля-ля-ля, привет, Жердос. Должен уничтожить объект. Окей. Четыре предохранителя. Выведи их из строя. Тогда все здесь взлетит на воздух. Не стесняй. Сигнал пропадает. Связь может прерваться в любой момент. Осторожнее с Вейдом. Кто знает, на что он еще способен. А еще Фэтл, не забывай. Эпизод 10. Откровение. Оперативный сотрудник ФИР проник в саркофаг. Но Нортон Мейпс настойчиво предлагает уничтожить объект, ссылаясь на некую опасность. О, ну как обычно. Вау. Эпизод 10. Откровение. Ох ты чё. Ох, не хрену ж себе. Вот это да. О, идут уже. Ладно, иду к вам. Фэтл? Ты ведь еще не знаешь, кто ты, что ты, почему ты. Каковы твои первые воспоминания? Как тебя зовут? Отстань от меня. Мы чё, братья? Твою мать. Козёл, на. Ты должен это чувствовать. Она не может
может заглянуть в твой разум, но ты в ее можешь. Ее жизнь через сменяющая друг друга. Я освобожу ее. Его? На! Я Феттела убил! Я убил Феттела! Где, мать твою, мое оружие? Что? Отдай пушку. О! Отдай пушку. Отдай пушку. Блин, если это финал, это плохо, у меня памяти мало. Ну и пока, мужик, так тебе и надо, блядь. Так, контрольная точка. Альма, куда ты? Куда это ты? Что за... Вас еще не хватало. Аптеку? Ну... Интересное кинцо. Пять. Будто они сообщники Фет. Сраный Феттел. Что-то сдох. Хотя он не так сдох. Не забывайте писать. Так. Сохрани. Я не знаю, сколько тут глав вообще. Вроде предохранить. Я думаю, такая пушка вряд ли их повредит. Вообще. Ай-яй-яй! Валим отсюда нахер. Нахер.
Куда дальше? Куда дальше? Куда дальше? Пошли, 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 пошли. Привет, Альма. К нему. Наверх. Нам нужно наверх. Мать твою, давай быстрее, 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 быстрее. Нажимайся. Фу. Какого хрена я в текстуре? Охренеть. Я в текстуре, прикиньте. Я, блядь, в текстуре. Отлично, я выбрался отсюда. Мать твою. Просто валим. Ох, ё-ё-ё-ё. Эпизод 2. О, развязка? Окей. Он жив, я только что поймал сигнал. Если а ты думал? Заберись повыше, вертолет уже здесь. Так, будем готовы ко всему. Убивать народ. Тут кто будет против. О. Как мне выбраться отсюда? Как мне отсюда? Вижу. Вау, 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 вау. Вау. Я слышу. Опять вы. Вау. Так, наверх, надо наверх, надо наверх. Козлы. Напугали. Так, ребята. Ребята. Вау. Так, еще раз. Фух, очко не сдох. Не сдох. Не сдох. Знаете, а я как-то раз смотрел фильм «Звонок», и он мне в детстве, хотя не в детстве, а мне было там но этот фильм меня напугал. Да, я вам точно скажу, этот фильм меня напугал. Так, нам сюда. Хорошенько напугал. Или как помню, я посмотрел «Чужого» в детстве, зря я это сделал, конечно. Так вот. Я потом боялся, что у меня с груди вылезет чужой. Так боялся, что даже уснуть не мог. Ну, это зря тогда. Если глянул чужой. Хотя кинцо классное. Да, пистолета. Не хочу. Хорошее кинцо. Hello. Thank you.
козлы? Сколько у вас? Да что ты? Перезаряжайся! Ну... Вперед. Где мой МП-5? Да, где он? Так, нам по-любому не... Хотя подождите. Отлично, пошлите вниз. Интересно, долго это или нет? Так, отлично. Справляемся с этими монстрами. Так, вот этот звук мне рычание не нравится. Альма. Я хотел забыть. Фэтл, опять ты? Я так старался забыть. Что опять Фэтл? Не, в Альму стрелять не надо. Да, я сдох. Не надо было в Альму стрелять. В итоге сдох. А если мне не было начали стрелять? Просто уйду. Просто не подходим к ней. Отлично. Ёханый. Сдох. Надо было в нее все-таки стрелять. Я не думал, но... Но я стрельну в следующий раз. Извини, Альма, но у меня другого выхода не было. Мой сын? Верните его мне. Верните мне сына! Ты станешь богом. Верните ее в саркофаг. Альма Вейт. Теперь все ясно. Я плохой дядя. Снова пистолет, а? Не хочу я с пистолетиком ходить. Вау. Твою... Что происходит? Мать твою! Нет! Нет! Замечательно. Жопа! Это конец. Прощайте. Финал? Ох, ё. Он там.
Неужели я выжил? Ох, ни хрена себе взрыв! Масштабы повреждений пока неизвестны. После взрыва мы не могли ни до кого встречаться. Что с вами? Что с ней стало? Что это было? О, черт! Посвящен памяти Ван Чили. Альма до нас тоже добралась. Ну что, ребята, мы прошли фир. Да, но перед тем, как скажу свое мнение об игре, я скажу сразу, после фир будет два DLC. Да, два DLC. Ну, вы знаете, я забыл, как называется. Person's Mandate, вроде бы. И вот не помню, как еще одно DLC называется. Но, неважно, оно будет сразу после фир, да. Ну, в общем, мне понравилось. Саундтрек игре замечательный. Ну, геймплей бывает иногда местами занудно. Может, я такой, да. Может, я такой. Но интересно все равно. Сюжет все-таки был интересным. Мне было интересно узнать, чем это закончилось. Хотя я думал, что Фэтал в конце не сдохнет, если честно. Но мы его убили. А Альма все-таки осталась жива. И увидели концовку. Самолет. Ой, тьфу, тьфу, какой самолет? Вертолет. На вертолет пришла Альма. Да. Капец, в общем. Но я думаю, главный герой в конце умрет. Но он все-таки выжил. Живучий гад, однако. Но вроде бы, как я понял, DLC будет не... Ну, DLC будет вообще про других персонажей. Да, за других спецназовцев там, не знаю, какой хотите называйте. Но мы все-таки прошли эфир. Я думаю, вам понравилось. Мне понравился эфир. Ждите DLC, которые будут в ближайшее время. Через день, через два. Это было сложно, но мы все-таки прошли. А с вами был Саня. Всем удачи. И да, DLC.